Баря скребется за гитарой, и кот подумал, что у нас новое животное, выслеживает его. Но он еще не знает, с кем связался. Правда? Райс, ты тоже зритель? Он сейчас выйдет, вам надает. Мортик испугался, дальше не пойдешь? Там ведь всего лишь голуби. Голуби. А Баря сам его нашел. Поистине король Баря. Смотри, какой он у тебя боевой. Всех животных гоняет. Да не надо меня целовать, к мужу к своему иди. Ты такого голубя никогда не найдешь. А вот это уже Райс. Она не такая жесткая, как Баря, но тем не менее. Мурдик. Как-то все не по природе, да, у тебя идет? От всех отгребаешь. Точно-точно, гнездо там делаю. Вот там, за гитарой. Иди к своей жене. Иди к своей жене. Нет-нет, не спаривайся с рукой. Иди к жене. Господи, ты что, каждую секунду, что ли, ловишь для этого? Иди. К жене к своей иди, она за гитарой уже тебя ждет, иди. Когда-нибудь и тебе повезет. Отлично. Мало того, что кто-то совсем обнаглел, так еще и собаку кормим не своей едой. Птицы недавно были обработаны от паразитов. Получила?